Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня для любителей криптомонет у меня сайт LitoshiPay. Абсолютно без вложения, регистрация по почте от FawcetPay. Кликайте логин. Попадаем в кабинет. Так, значит, что у нас здесь? Будем зарабатывать, я лично здесь зарабатываю, как бы собираю криптомонеты на кране. Вот здесь фаусет, кран идет, и видим различные монетки: биткоин, солана, лайткоин, USDT, XLM, 3X, тон и Dogecoin. Значит, но прежде чем собирать монетки, будет написано, например, ну вот я трон как бы собираю. Вот здесь красненьким пишут. Вот. Переведем на русский. После каждых 20 заявок на краны необходимо собрать Crazy Faucet, чтобы продолжить снова. Где вот этот Crazy Faucet? Вот он. Ребятки, самый первый. Кликаем. Потом фаусет нас перебрасывает на страничку. Значит, здесь есть игры. Так. Если хотите, умеете вы эти игры собирать, как бы. Вот они, эти игры. У меня все по нулям. Вот на синюю вкладочку кликаете. И вот игры. Я не знаю, я не умею, и я сюда не лезу. Так как нам требует, чтобы сбор сделать с крана, кликаем на кран. На вот эту вкладочку. Я 3 сбора сделала. Кликаем claim. Вот 197 из 200. Здесь у нас такая вот капча. И разгадываем капчу. Капча простая, легкая. Все. Страничка обновляется. Капчу мы прошли. Так. Я возвращаюсь сюда. Если нас попросят, как бы после... Далее теперь я уже могу смело собирать на кране монеты. Иду на фаусет. И вот теперь я выбираю трон. Здесь все просто. Кликаю claim. Вуаля, ни капчи, ничего. Мои монеты улетели на FawcetPay. Они сразу идут на FawcetPay, как бы, да? Там нет ни вывода вкладочки, ничего накопительного нет. Сразу на FawcetPay. Вот LitoshiPay, вот такое количество 3x, 17 сентября. И я вот сегодня уже собирала. Вот они, мои монетки. Тон я попробовала собрать. И трона. И тут еще USDT. Сейчас я вам покажу, где я их взяла. Вот видим, да? Далее. Есть короткие ссылки. Также, если хотите, вы любите эти короткие ссылки, можете собирать. Пожалуйста, я их терпеть не могу. Далее. Вот на аферах я и собирала. Это BitcoTask. Я сюда не захожу. Нафиг. Я попробовала собрать вот здесь, вот, на второй. Вот я собрала с них. Вот здесь мне на колокольчик пришел сообщение, как бы. Сейчас я его очищу. Ага, все, видим по нулям. Как бы ничего не светится. Я вот здесь. Что я здесь? Вот. Windows адрес. Я кликнула, я одну просмотрела рекламку, и видим здесь, да, эти USDT.
Так, ну что, ну давайте одну посмотрим какую-нибудь. Если... Значит, нас перебрасывают на страничку. Видим, идет таймер. Все, возвращаюсь. И разгадываем капчу. Все. Я возвращаюсь. Эти остальные тоже лишнее скрываю. Здесь нас перебросило автоматически, видим, да? Также возвращаюсь, разгадываем. Все, зачет. Вкладочку закрыли. Как бы, да? Ну и все, я больше никуда здесь не лезу. Вот эту. Вот. Это у нас. Здесь нужно пройти 50 коротких ссылок, чтобы было доступно, как бы вот это типа серфинга, что ли. Вот. Ага, это короткие ссылки тоже. Я сюда тоже не полезу. Не хочу. И вот мне пришел на колокольчик, видите, уведомление. Я просмотрела при вас две вот этих, как бы. И идем на Faucet Pay, перезагружаем страничку. И вот они, мои USDT-шки. Вот такое количество и вот такое количество. 17 число сегодня, 17. Вот такой вот сайт. Ну, можно идти опять. Лайткоин, например, взять. Сейчас у меня крестик. Вот тут. На синюю вкладочку кликаю. И лайткоин. Уже совсем мало литуш. Обновляю. Litoshi Falls. Так, Litoshi Pay. И вот такое количество лайткоин сатошиков 17 сентября. Кому интересно, собирайте. Салана, сколько тут дает. Тут вообще мизер. Вот. USDT. Вот. Ну, это не обязательно здесь на крестик, просто так. Оп, и сюда. Как бы. Все, монеты улетели. Каждый таймер идет 30 секунд. Ну, в принципе, и все. Что еще я? Значит, здесь это домашняя страничка. Тоже меню, видите, снизу. Это у нас эти короткие ссылки. Эту. Вот эти. Crazy вот эти. Далее вот эта вкладочка. Реферальная ссылочка находится. Можно ее так скопировать. Можно скопировать. Вот сюда нажать. Она автоматически скопируется. А это история идет. Значит, видим все, что я тут собирала. Тон, 3X, Litecoin, USDT. Все 44 секунды назад. Да? Далее короткие ссылки я не собирала. Вот Affirval. Я вот при вас собрала. В игры это вот этот Crazy. Как бы я собрала. Но это тоже здесь ничего. Ну и купон какой-то тут тоже ничего. Вот также можно здесь вот на солнышко нажать, будет темная тема, светлая тема. Ну вот и все, кому интересно, собирайте криптомонеты. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.